сигарету скурит, потом только вытащит. Во, вот это экземплярчик нормальный. Может, у него эти волшебные сигареты? Приветствую всех рыбаков, всех обладателей, владельцев мотособак, мотобуксировщиков, как их еще называют. Мне попала в руки вот такая мотособака от компании X-Motors. Дали протестировать, покататься, ну и съездить на рыбалочку. Сегодня мы выехали на двух мотобуксировщиках. Вот. Посмотрим, как он себя ведет. Немножко по сугробам поездим, по накатанной буранке. Ну и посмотрим, на что он способен, что он может, как идет. Ну и сделаю для вас небольшой обзор, покажу, какой он вообще сам из себя, как он выглядит и что в нем есть. Ну и в общих чертах я вам расскажу сейчас, как что. Значит, длина 1450 мм, высота я не знаю, рулетку не взял, не измерял. Ну, вроде как у всех там стандартно 600, по-моему. Ширина гусянки 500 мм. Значит, есть там багажное отделение. Там всякие рюкзаки можно ставить. Сейчас я вам поближе покажу. Значит, фара здесь идет 16-диодная фара. Светит отлично. Очень такой, знаете, вот просвет такой, коридор. Коридор такой световой хороший. Мне понравилось. Освещение обалденное. Двигатель здесь стоит лифановский, 15 лошадей, модель 190FD, значит, вот такой багажник, ну, здесь пару рюкзаков или пару ящиков можно положить рыболовных. Значит, подвеска трехкатковая, стоит три тележки, вот такая рама. Немножко снегом запорошило. Толстая. Я не знаю, сколько миллиметров, но толстая. Вот, дальше есть ручка. Очень удобно. Где-то что-то, если застрял или там вытолкнуть откуда-то, можно одному, можно вдвоем. Так, дальше идем. Здесь стоит дополнительная еще платформа. Вот на резиновых подушках. Ну, это ставят, чтобы вибрацию двигателя гасило. Ну, особо я, в принципе, не ощутил. Все равно он по всему корпусу вибрацию дает. Значит, имеется блок зажигания. Можно с ключа заводить. Вот тут написано включить-выключить старт. Значит, можно вот так вот повернуть на старт. Вот написано, он будет заводиться. А вот эта кнопка, я правда не знаю, что это за кнопка. Предохранитель какой-то, наверное, типа аварийной остановки, ну точно не знаю, вот не объяснили мне. Дальше переходим к управлению, то есть к нашему рулю. Сейчас я вам покажу, расскажу. Вот самая фишка, это очень полезная штука, прям вообще помогает, это реверс заднего хода. Значит, вот это D — это вперед, нейтраль, и R — задний. Ну, как на машине, на автомате. Почти то же самое. Вот. Очень удобно. Но единственное, могли бы, конечно, сделать, если вперед, значит вперед. То есть вот эту D лучше вот сюда переместить. Вот, ну или переделать назад, значит ручку назад делаешь. Ну, вот так вот выглядит реверс. Вот он стоит здесь. И здесь есть вот натяжитель. Вот это тоже хорошая опция. С натяжителем. Зубьев я не знаю сколько. Ну, по-моему, здесь 28 зубьев. Сам я не считал. Вот, так как времени не было. Ручка газа здесь бурановская, но она мягкая. Мне понравилось то, что она мягкая, но смазывать тросик по-любому надо.
То есть он может подмерзнуть и получится самоход. Ну, здесь небольшой люфтик есть. Вот. У меня уже, кстати, слетал пару раз отсюда тросик. Вот это вот, как бы, вот за этого люфта слетает там бочечка такая свинцовая, или какая она там идет, да, свинцовая. Вот, и вылетал. Ну, это 5 секунд и на месте сделано. Вот, здесь идут ручки подогрева. Я включал, в принципе, греют. Вот кнопки, здесь можно включать, выключать. Дальше свет, пуск. Это вот здесь сделано. Если вот сюда стрелку поставить, двигатель запустится. Если посередине, он не запустится. А вот это вот вроде как сигнал должен быть. Я вот не знаю, вот он, значок. Но это старт двигателя, то есть я могу с кнопки заводить двигатель. Есть такая безопасность, вот она еще идет. Ну, тоже хорошая штука, удобная. У меня тоже на моем мотобуксировщике стоит чека безопасности. Ну и фаркоп, вот такой вот бурановский. Жесткий, мощный, хороший. Хорошо держит. Значит, по управляемости, когда вот сидишь сзади него зацепленный, немножко тяжело, жарко аж становится управлять, но не сильно, потому что я так посчитал, что вот этот изгиб руля вниз, он немножко все равно облегчает управление. Значит, вот я попробовал на стульчике, пробовал стоя. Стоя тоже тяжелее, по-моему. Мне показалось, что тяжелее. Поставил стульчик, немножко, ну, чуть-чуть полегче стало. То есть у тебя ноги не напряжены, ну, болит, наверное, начинает болеть, наверное, только спина. Вот. Ну, если спинку сделать там и зафиксировать, то нормально будет. А так едешь, допустим, твоя пятая точка все равно по этим санкам на этой табуретке будет елозить в санях. Вот как бы вот такое немножко неудобство. Вот. Но если с лыжным модулем поставить, я думаю, эти все нюансы сразу просто исчезнут из твоей головы. Вот. Ну, следующие видеоролики это будут. Будут лыжные модули, будет модуль толкач. Их протестируем, поставим, покажем, все расскажем. Ну, в целом собака мне понравилась. В горку прет неплохо. Скорость не измерял, потому что я ему сильно не даю, так как он новый, он еще как бы обкатку проходит. Ну, хорошо тянет в горку. Двоих, сзади два человека сидят, и я третий, троих тянет, нормально. Ну и сейчас заведу, покажу вперед-назад, задний-передний ход. Как бы так. Задний ход, конечно, нужен. Это вообще очень помогает и спасает. Где-то там застрял, можно задом выехать, опять колею набить. В общем, эта опция очень удобна. Всем советую брать с реверсом. Ну а теперь немножко покатаемся, посмотрите, как это выглядит со стороны. Немного по сугробам, по накатанной покатаемся. Ну и характеристики я оставлю под видео в описании. Посмотрите, почитайте. Цены, в принципе, доступны. Не сильно дорого и не сильно дешево. Такая средняя цена. Значит, я брал в этой же компании в X-Motors, только Pamor фирма. Тоже доволен этой собакой.
У меня есть видеоролики, можете посмотреть у меня на канале. Я немного его тоже протестировал, немного рассказал там. Все будет в описании. Ну вот, ребята, какой-то вот такой вот получился у меня обзор. Покатался, в принципе, есть недочеты, есть небольшие минусы. Вот, ну, в целом мне понравилось. Вот, сегодня мы поехали порыбачили, там ребята щук потаскали. Ну, я так, чисто покататься и сделать для вас такой небольшой обзор нового образца мотособаки от фирмы, вернее, компании X-Motors. Ну, если понравилось, подписывайтесь на канал, оставляйте какие-то комментарии, может быть, я чего-то не знаю, расскажите там про свои собаки, что вы там сами доделывали, переделывали, плюсы и минусы, я почитаю, посмотрю, ну и как бы себе на ус намотаю. Вот, ну, на этом я буду заканчивать. Ждите от меня новые ролики про рыбалку, про модуль толкач, модуль лыжный. Ну и всем пока, до следующих обзоров, до следующих рыбалок.